40 лет спортивного долголетия. Сегодня свой юбилей отмечает физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездочка». А все работники центра судоремонта – окончание 40-й спартакиады предприятия. Сейчас ФОК «Звездочка» – это огромный комплекс спортивных сооружений, который каждый день открыт для всех горожан. Состоит из лыжного стадиона, бассейна, спортивного, гимнастического, тренажерных залов, а также многофункционального стадиона с двумя футбольными полями, теннисным кортом, скейт-парком и многим другим. Каждый из объектов готов принять любые городские соревнования. В данную минуту в бассейне «Беломорец» благодаря руководству предприятия «Звездочка» полным ходом идут ремонтные работы. Старые деревянные воздуховоды меняют на новую шведскую вентиляционную систему. А на стадионе «Беломорец» продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В апреле месяце будет сдан фитнес-центр. К 2015 году каждый горожанин сможет посетить крытый каток. Тренерский коллектив ФОКа за свою долгую историю воспитал ни одного мастера спорта. Воспитанники Ягринской спортивной школы прославляют город Корабелов в различных направлениях. Дорогого стоят мировые рекорды Натальи Зотовой и ее коллег-мужчин в пауэрлифтинге. Наши лыжники, художественные гимнастки, борцы постоянно находятся под прицелом тренеров сборной России. А также всех болельщиков радуют выступления футбольной команды «Беломорец». Никому не секрет, что физкультурно-оздоровительный комплекс является лучшим коллективом Архангельской области. Поэтому всех поздравляю с праздником, коллег, спортсменов, тренеров. И надеемся, что в скором времени наши спортсмены покорят олимпийские вершины. А в своей собственной 40-й спартакиаде в 8-й раз подряд победу одержал цех номер 9. Директор этого производства, лидер и капитан команды «Спутник» Михаил Дерябин был факелоносцем, и сегодня в торжественной обстановке он передаст символ Олимпиады в музей центра судоремонта «Звездочки». Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.